Здравствуйте, гости, друзья моего канала, с вами Марина и мой канал Марина и Орхидеи. Вы просили меня показать мои домашние цветущие орхидеи, мне их мало, потому что в силу причин я их продавала. И у меня сейчас их просто можно пересчитать на пальцах, что цветет. Это красивый желтый дендробиум. Он растет в холодной комнате, и поэтому у него края лепестков стали такие фиолетовые. А так он должен быть желтый. Очень красивый, симпатичный. Очаровашка. Только принесла в холодную комнату, тут же выпустил цветоносы. Завязал бутончики. Цветет красавица Леодора. Аромат стоит на всю комнату. Такая умничка доращивает цветонос. Это моя вторая Леодора. У нее вот такие пятна на листьях. Я их лечу соком алоэ, соком живого дерева. Но пока еще пятна есть. Цветет мой красавец пенив. Это одна из тех орхидей, с которыми я просто не смогу расстаться. Я ее обожаю. Очень красивая. Я о ней долго мечтала. И теперь она у меня есть. Виктория тоже из такого же перечня. Это новинка. Эта орхидея называется October Forest. Осенний. Октябрьский лес. И она с цветоносом из точки роста. Честно говоря, я ее пожалела, но она очень красивая. Понравилась. Это новые сорта. Цветет радуга или сапорита. Такая уже пожухлая. Интересная такая орхидея, ароматная. Но лепестки тонкие-тонкие. Люблю орхидею Моншен. Кажется, простушка, но запала в душу. Люблю и все. Ну а про Монро — это вообще отдельная история. Монро бабочка стоит на реанимации, а эту я встретила в магните и не смогла пройти мимо. Теперь смотрю на нее каждый раз и думаю, когда же ты у меня погибнешь, дорогая. Глупость, да? Ну вот попала в голову такая мысль. Она называется Брюгге. Корни. Вроде бы пока все хорошо, но мысль из головы не уходит, что эта орхидея у меня ненадолго. Очень хорошо себя ведет моя анаконда. Она отцвела и выпустила новый цветонос. Вот что значит взрослая орхидея. Наконец-то я дождалась ее цветения и надеюсь, что буду любоваться ею бесконечно. Вот за что мы любим наши орхидеи. Я продала всех своих котов, расстроилась и купила себе нового котика. Да, вот так вот. Без кота и жизнь не та. Желтая малышка – это мультифлорочка. И рядом стоит просека. Это орхидея с последнего завоза. У меня до этого было две просеки. Одна просто погибла, вторая осталась на фазе пенька. Я ее отдала покупательнице. Ну, а это уже себе купила. Показала вам все свои цветущие орхидеи, с которыми я не собираюсь расставаться. С вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Всем вам пока-пока и всего самого наилучшего!